Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю новое видео, которое называется «Мама, купи мне пони, новогодняя походка». И что ж, давайте начинать! Фью. Ля-л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 я. Ой, моя любимая поняшечка. Ой, как я тебя люблю. Скоро Новый год. Ты ведь будешь со мной его отмечать? Да, да? Будешь? Ой, как хорошо. Жалко, что у меня только одна пони. Хотя моя мама принцесса, но она мне не разрешает покупать игрушки. Ну ничего. Ля-ля-ля, 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 ля-ля. Ля-ля. А? Да-да, входите. Ой, доченька. Привет, моя хорошая доча. Привет, привет, привет. О, привет, мам, привет. Доченька, я к тебе вот что пришла. Мы с твоей сестренкой собираемся идти в торговый центр. Ты пойдешь с нами? Да-да, конечно, я пойду, мам. А ты мне купишь что-нибудь к Новому году? Ну, там, подарочек, может быть, какой-нибудь. Ты же мне всегда покупаешь что-то к Новому году. Ну, не игрушки же тебе покупать, моя сладенькая. Ну, я просто хотела бы пони, а то у меня вон, видишь, только одна. Доченька, не пойми меня неправильно, но... Ты уже отнюдь не маленькая девочка, чтобы играть в эти пони. Ну, мам, ну просто я очень люблю пони, и у меня много друзей, которые в них играют, их любят. А у меня только одна пони, понимаешь? Ну и что? Зачем мне тебе покупать этих пони так много? Все равно ты вырастешь и уже не будешь в них играть. И куда мне девать это добро твое? Ну, мам, ну правда, я буду с ними играть. Ну, купи мне, пожалуйста, какую-нибудь пони, когда мы пойдем. Я подумаю, доченька. Я подумаю. Кстати, к тебе еще сестра хотела зайти. Она хотела зайти, но она не заходила ко мне. Ясно, она меня обманула. Она просто хотела тебе кое-что сказать, да? Ну да, мам, я хотела кое-что сказать моей любимой сестренке. Давай, не тяни. Ладно. Так, моя любимая сестренка, раз уж ты, так скажем, у нас очень любишь, так скажем, пони и все это такое, я тебе решила сделать подарок. Какой подарок, какой? Ну вот мы пойдем в торговый центр, ты все и узнаешь. Она мне, наверное, купит пони. Да-да-да-да, конечно-конечно. Сразу говорю, это не связано с тем, что я тебе что-то куплю, каких-нибудь пони. Потому что я знаю, что ты уже взрослая девочка, я тебе ничего не буду покупать. Ну ладно, а что ты мне хочешь подарить? Ну как, что самое крутое, да, мама? Хотя могла бы мама мне это купить. Так, тихо, мы тебе купим самую новую, новейшую одежду самой дорогой фирмы, и там будет нарисовано пони. Ну как? Ау, здорово, я очень рада. Могла бы, мам, ты мне купить обычную просто кофту, а ей вот эту с пони. Нельзя было сделать так? Нет, доченька, ты так провинилась. Боже. Ну, ты рада моему подарку, так скажем? Вообще, ты должен был подарок мамы. Ну, так как я чуть-чуть провинилась, то пришлось мне тебе купить эту кофту. Конечно, конечно, конечно. Я очень сильно рада. Ага, да, да. Ну все, тогда собираемся и идем в магазин. Я уже устала. Не пойми, неправильно, она просто немножко
так скажем, набедокурила. Вот у нее плохое настроение. Ладно, собирайся, доченька. Мы пошли, мы тебя ждем. Вот жалко, что мне никто не купит пони. Конечно, кофточка с пони это тоже хорошо, но я так хочу игрушечную пони. Все, я готова, пойдемте. Все, идем. Так, девочки, вот мы пришли. Так, мы будем, так скажем, еще закупаться к Новому году. Поэтому, девочки, давайте чуть-чуть побыстрее, а то видите, какая большая толпа. Все закупаются к Новому году. А нам как бы не хотелось бы, ну, как бы мне, по крайней мере, не хотелось бы стоять в очереди. Ну, думаю, вам тоже. Поэтому берем все по-быстрому, что хотите, и идем обратно. Ну, конечно, не все хотите, а в пределах разумного, например, какую-нибудь кофточку, какое-нибудь украшение. А по поводу пони, доченька, я не знаю. Ну, мам, ну, пожалуйста, я так хочу пони, мам, пожалуйста. Пожалуйста. Да хватит, ты что, маленькая, что ли? Ха, в пони играть, да, мам? Доченька, ты бы лучше вообще помалкивала. Ну, мам, ну, пожалуйста, ну, купи пони. У меня только одна пони. Я очень хочу себе еще одну. Я честно буду с ним играть. Честно-пречестная. Доченька, я подумаю, хорошо? Ну, ладно, мам, хорошо. Так, вы пока идите смотрите вещи, какие хотите купить, а я посмотрю моей любимой Флаттершай наряд на твое новогоднее представление. Ты же не забыл, что ты будешь Снежинкой? Да, мам, я не забыла. Снежинкой она будет. Да, мам, конечно, не смешно. Так, разойдитесь, расступитесь. Да, тут их, конечно, немного, их тут все раскупили. Так, но это не проблема. Так, какую бы мне из этих пони взять? Ну, или попросить. Больших я точно не буду, потому что мама мне их все равно не разрешит. Так, какие тогда можно взять? Надо подумать. У меня есть Пинки Пай, а тут ее как раз нету. Это хорошо. О, тут есть моя мама, моя сестренка, которую я не буду брать. Хотя, может, возьму, не знаю. Так, что тут есть еще? Какая беленькая, прикольная. Или вот этот единорожек мне тоже нравится. Искорка вроде. Или радуга. Кого же мне взять? Так, буду в считалочку. Так, ну я, честно говоря, я хотела бы взять либо вот эту беленькую, либо, наверное, вот эту. Надо на считалочке. Эники-беньки, ели-вареники. Ну ладно, возьму вот эту, она мне нравится. Только как мне уговорить маму, чтобы она мне купила вот эту вот прикольную пони? Придется просто напрямую спрашивать. Доченька, посмотри, как ты думаешь, какое мы возьмем платье ей? Вот это вот Снежинка или вот эта вот Снежная Королева? Боже мой, возьми ей любое платье, мне все равно, честно. Я вот этим не интересуюсь всем. Ну, доченька, ну подскажи все же. Как ты думаешь, какое ей будет больше идти, вот это или вот это? Не знаю, мам, любое какое-нибудь возьми ей. Мне кажется, ей все равно какое-нибудь пойдет. Ну, все же, она у меня уже девочка не маленькая, поэтому вот это детское платье не буду брать. А вот это вот платье, вот это я бы взяла. Ну, хорошо, возьми тогда это. Так, пойду схожу за тележечкой. Так, 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 так. Вот. Сейчас осталось только его положить. Хорошо. Ой, я посмотрела, как она будет красиво смотреться в этом платьице. Прям принцесса. Да-да, конечно, мам. Мама, 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 мама. Да, доченька, чего, что-то случилось? Мама, мама, купи мне вот эту пони, пожалуйста. Сколько она стоит? Подожди-ка. Доченька, прости, но она слишком дорого стоит. Ну, мам, мы вообще-то как бы богатые. А, да. Ну, все равно, доченька, я не хочу тратить свои деньги на вот эти вот безделушки твои. Ну, мам.
Мам, ну пожалуйста, у меня только одна пойма. Мам, ну пожалуйста, 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 мам. Мам, мам, пожалуйста, пожалуйста, я буду честно мне играть. Честно, 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 пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну ладно, что же с тобой делать, хорошо. То есть, ей ты разрешила покупать пони, а мне купить нормальную какую-нибудь прикольную одежду? Нет. Доченька, ты провинилась, поэтому я тебе ничего не куплю. Спасибо, мам. Ну, может, ты сестренке тоже что-нибудь купишь? Ну, все же, как бы, скоро Новый год. А, ладно, что с вами делать? Берите все, что хотите. Спасибо, мам. Я взяла вот эту вот прикольненькую юбочку. Ну ладно, хорошо, доченька. Все, пойдем тогда на кассу. Сейчас положи свою пони. Так. На, мимо. Так, все. Давайте уезжаем. Так, так. Все, поехали на кассу. Едем, девочки. Что? Господи, я думала, мы здесь будем до самого вечера. Девочки, я же говорила, надо было все вам быстро брать. Прости, мама, прости, мы не знали. Ну ладно, хорошо. Здравствуйте, пакетик нужен? Да, можно, пожалуйста? Угу, сейчас. Бздык. Бздык. Так, с вас всего 1000 рублей. Ну, конечно, вот, держите. Ага, все, спасибо за покупку, заходите к нам еще. Здравствуйте, пакетик нужен? Нет, спасибо. Хорошо. Так. Бздык, бздык. А с вас всего 1500 рублей. Да, конечно, вот, держите. Все, спасибо за покупку, заходите к нам еще. До свидания. Так, здравствуйте, вам пакетик нужен? Да, нужен. Сейчас. Так вот. Так. Угу, так. Бздык. Сейчас пакетик. Так, бздык. Все, ваш пакетик. Все, спасибо за покупку. Ой, извините. Так, с вас всего 3500. 3500. А, конечно, вот, держите. Угу, все, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. До свидания. Так, давайте я пробью вам. А вам пакетик нужен? А, да, можно, пожалуйста, 2 пакетика? Все, хорошо, сейчас пробью. Так, бздык, 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 бздык. Так, с вас всего пик-пик-пик-пик-пик 5000 рублей. Сколько? 5000. А, простите, а сколько стоит пони? Так, сейчас 2 пони стоят 3000. Три. Ладно, давайте. Так. Угу, спасибо за покупку, заходите к нам еще. Да, спасибо. Да. Ну что, довольны, девочки? Да, мам, спасибо большое, я довольна. Конечно, конечно, мамочка, спасибо большое, теперь у меня есть 2 прикольные пони, ура! Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать колокольчик, чтобы узнать, когда будет следующее видео. И всем пока-пока, ребята. Пока-пока!